Сознание дьявола пропало, но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плод? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о. Зря не пристегнулся. Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Был. Идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает. Если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Вот так. Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Тут жутковато. Привет, по мне скучал, паук! Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда за последний. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Yeah.
доктор Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Столько лет. Столько лжи. Но все, Норман. Они узнают правду. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также выключи были разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Питер, пожарные уже в пути, и я нашла пожарный выход, через который... МДжей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись!
Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Мы тебя спасли. Спасли тебя. Мэйцелла. Все спасены. МД, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры? Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МД, с мисс Уотсон обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса и Ли. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Человек-паук. Мы не представлены должным образом. Я... Вот ты, Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? Кинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МД,
Джей, привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай, Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДжей! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Ох, который час. О, черт! Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Позади себя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О! Это... Это что? Море яда? Это наяву или в голове? Может, и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док? Вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Простите, док. Мне так жаль. Мне так жаль. Да, да, ты сожалеешь. Но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Посуди сам, раз я так много для тебя значил, почему ты позволил мне разрушить себя? Я помогу тебе. Это нейропаутина, она действует на сознание. Ты про нейросеть, которую помог создать. Суровая правда в том, что ты сделал это со мной. Без твоей помощи я не совершил бы своих чудовищных поступков. Я... Не... Вот и белая эклипта. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док!
О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь! Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Отрава не в тебе. Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь выйти со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, как ты делаешь заметки, воруешь идеи, крысу в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Вот он, Атропин. Ты на моей территории. Ты такой же, как Осборн. Хочешь украсть мои труды. Все, что будет дальше, на твоей совести. Все надо мной смеялись! У меня за спиной! Вы будете молить меня в спасении, но будет уже поздно! Это... Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь! Вот мой момент! Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Центрифуга. Наконец-то. Время на исходе. Я уверен. Вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было.